В Твери собираются построить еще один детский сад. Возвести его планируют рядом с новостройками в районе дома номер 46 по улице Левитана. На заседании комитета по муниципальной собственности и земельным отношениям Тверской городской думы был рассмотрен вопрос о передаче земельного участка в муниципальную собственность, чтобы построить там дошкольное учреждение. Землю городу передает частный инвестор на безвозмездной основе по строительству детского сада на 190 мест. Исходя из имеющейся и перспективной жилой застройки, детский сад здесь планируется построить до конца 2022 года. Депутаты поддержали данную инициативу. Окончательное решение будет принято на заседании Тверской городской думы.